Люблю девчонки провокационные такие эксперименты, да. Это раковина. Сейчас в таком состоянии. Не спрашивайте, почему и зачем. Все равно правду не узнаете. Вот, ну, такая слегка грязненькая. И сейчас мы с вами ее попробуем очистить нашим средством для духовок. Зато это самый лучший вариант увидеть данное средство в действии, да. Действительно ли оно так помогает, как рекламируют все консультанты Фаберлик, или нет? И если вам этот эффект понравится, то вы можете зарегистрироваться и заказать его со скидкой до 26%. Стоит она в каталоге от 149 до 199, ну, в зависимости от акций, проводимых компанией. И, соответственно, у вас еще от этой суммы будет скидка с работы на консультанта 20%. Либо 20, либо 26%. Сейчас я сделала подсветку. Вот видите, выглядит еще даже страшнее, чем в данный момент есть. Я при таких делах, когда мне что-то нужно прям вот почистить сильно загрязненное, ну, конечно, у меня редко такое состояние, это впервые, наверное, за все время довела, да, довела, до чего докатилась. Значит, и на этот случай у меня всегда есть, ну, как бы губка, не то чтобы всегда есть, но есть губки, которые, знаете, уже пора бы выкинуть, такие вот для мытья посуды, сейчас вам покажу. Вот ее пора бы сменить. И вот это как раз самый идеальный случай, когда нужно будет помыть вот такие вот сильно загрязненные поверхности, потому что после таких поверхностей я уже потом, ну, не пользуюсь этими губками. А беру вот это вот средство. Единственное, у меня сейчас здесь водичка. Желательно, конечно, чтобы поверхность, вот чем суше будет, тем лучше. Налила это средство, и сейчас, к сожалению, одной рукой мне будет сложновато вам показать. Вот так вот, вот этой вот кисточкой я распределяю. Я не пользуюсь губкой той, которая я показала вам, потому что губка это много в себя забирает средства. А нам же нужно, чтобы средство максимально осталось на поверхности, да, поэтому вот, предпочитаю этой губкой. Это малое средство налила, да, сейчас я еще подолью и всю вот эту вот поверхность обработаю. Вообще, до жути брезгливая, если бы я такую грязь увидела у кого-нибудь, меня бы реально стошнило бы. А, вот, и я даже сейчас буду сама все это вымывать и параллельно отворачиваться. Значит, смотрите, нанесла средство, я по бортиками, уже видите, грязь отстает. Вот, оставлю на минут 10-15, может быть 20, и все. И потом мы с вами вместе помоем. Посмотрим, в каком состоянии оно у нас будет после. Ну и все, у нас поставила сейчас все это дело минут 15. И мы сейчас помоем. Видите, как хорошо отмывается. Сейчас я вам итог покажу, ну, просто вот покажу изначально, да, что отмывается, да, что средство это помогает наше, а не там что-то там. Вот, сейчас я помою и покажу уже в идеальнейшем ее состоянии. Вот раковина после уборки, единственное, чего мне не хватает, это ощущение белизны. То есть все вроде бы отмылось, но я сейчас еще немножко поработаю обычной белизной, либо Доместоса можете, просто для того, чтобы придать такой вот белоснежный оттенок. А так, в целом, все очень неплохо отмылось. Ну вот и все, девчонки, посмотрите, какая красота у нас получилась. Практически идеально чистая, ну, за небольшим количеством пятнышек. А так, по сравнению с тем, что было, это, конечно, небо и земля. Поэтому, кому понравился эффект от использования этого средства, регистрируйтесь и заказывайте его. Тем более впереди шашлычки, у нас разные грильки, и поэтому решетки ими хорошо очищают. То есть везде, где есть жир, нагар, даже застаревший такой, прикипевший, липкий жир, все идеально вообще отмывает. Ссылка внизу в инфобоксе к этому видео. До новых встреч на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока.